Луганську. Ну ты же уже сказал. Председатель Луганского областного совета
Валерий Коленко. И памятник сзади. Вспомнилось 80 лет. Это художник, который сделал проект праздником. Каждый юбилейный год, каждый понимаешь желающий день. Здесь собираются все люди, понимаешь, которые чтут историю нашего края, историю государства России. Это истинный казак Николай Васильевич Можаев. Люба Можаеву! Николай Васильевич, мы дарим вам песню, ребята, которые приехали к нам с Крыма, из Черноморска, которые хитрое такое название «Чумацкий шлях». Какую дорогу они преодолели. У них руководитель Николай Сидоров. Они дарят вам песню «Настоящий казак». Ой, хозяюшка, здравствуй! Ворон дура, птаха, сел на грудь без страха. Эх, задала б тебе жена. Yeah.
Михалчик. Язык и остренький, любий дорогенький, все ще мама золота, все ще мої літа, знай, зятьок миленький, славний дорогенький, знай, зятьок миленький, славний дорогенький. Станічники! Мы восхищены этим праздником. Люба! Люба! Ансамбль «Чумацкий шлях» из Черноморска. Есть ли православ? Есть немножко. Ну а Черноморск — это автономная республика Крым. Поздравьте молодых князей с княгиней. Молодая. Поздравляем. Молодым. Чарку буду я пить, наверное. Сяй на солнце, шабли запорожцю, як вони